Ни конца, ни края не видно в проблеме с нехваткой парковочных мест в центре Иркутска. Говорят они далеко не первый год, и вот сейчас стало известно, что ситуация все-таки начнет меняться в лучшую сторону. В этом году в историческом центре города планируют обустроить 48 новых парковочных мест. Появятся они рядом с соцобъектами, а если конкретнее, возле детских садов. Не секрет, что многие родители, когда привозят малышей в дошкольное учреждение, вынуждены нарушать правила, ведь иначе машину просто негде оставить. Профинансируют создание парковочных мест из городской казны. На эти цели там уже заложено около 10 миллионов рублей. Утрясается вопрос и с обустройством других парковок в центре столицы региона.